копьем, в маске, в перчатке. Остальные бегают по кругу, колят на малую скорость. Сейчас не нужно пытаться человека загасить, да, стараемся просто его уколоть, ну, дать ему возможность отработать защиту, в первую очередь, на себе, конкретный, правильный, не более того, обманки не используем, тыльник не бьем, только уколом для начала. Но если встает на меня, можно чуть побыстрее, когда встает человек новый, то не надо его гасить, а, чтобы без травматизма первый, второй, жизнь, пытаемся сыграть. Значит, когда я говорю «смена», это означает, что тот, который показал пульт, бежит, надевает маску, надевает рукавицы, а не надлежащий портами, чтобы положил на лавку. А. И только когда он подбежал, защищая, сменил его, тот уходит с своего паса, а тот, кто сменил, начинает лучше колоть. То есть мы работаем нон-стоп, не останавливаем. Остальные все бегают по кругу. Не надо брать высокий темп ни бега, ни укола. Во-первых, устанете, во-вторых, покалечите. Не надо. То есть сейчас вот на небольшой скорости я покажу, как он стоит, тоже стоит. Я бегу на небольшой скорости, побежал дальше. И вот так, 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 дальше я работаю.